Здравствуйте, друзья. Меня зовут Владимир, вы на канале Баба Плей. Итак, перед тем, как мы начнем игрушку играть, отдельно хочу спасибо сказать пользователю YouTube Big Day за конструктивную критику по поводу предыдущей серии, где у нас много потерь было в связи с тем, что у нас мало еды было, и вообще как-то слишком много напланировали мы вперед, а ресурс на это не хватило, из-за этого у нас получилось то, что мы потеряли очень много людей. Вот. И от этого страдает уже наша колония. Так что большое тебе спасибо, дружище, за подсказку, за твой фидбэк, да, и вообще за эту критику. Вот о чем я говорил, друзья, что вот когда я общаюсь с вами и получаю какую-нибудь какую-то отбратку, тут бишь фидбэк, да, что происходит, что не так, может быть, что неправильно делаю. Так что это огромное вам большое спасибо. В отдельной частности, Big Bay. Огромное тебе большое спасибо. Так что спасибо, что смотришь, продолжаешь смотреть и не теряешь веру в наше дело, как говорится. Большое тебе спасибо, дружище. Ну а мы начинаем, друзья, прохождение Surviving the Aftermath. Итак, друзья, в связи с тем, что там вообще были проблемы с колонией, да, я поиграл чуть в офлайне, наладил более-менее нормальное производство. Ну, короче, поехали, пробежимся, посмотрим, что я сделал, что замутили, как сделали и на чем мы остановились. Не забудьте, так, ну, некоторые колонисты работают лучше других, но это не значит, что бесполезным можно не быть заботиться. Ну, это понятно, ясно. И вот, и, короче, так, надо нам что-то смотреть, как-то более грамотно распределить ресурсы и вообще строительство в целом. Так как у нас колония будет еще расширяться, расширяться, развиваться, развиваться, надо в первую очередь подумать о еде. И что такое, блядь, только зашли уже эпидемии у нас. Первые признаки эпидемии уже дают тебе знать. Отлично, вообще супер, супер, вообще супер, шикарно. Почему нет? У нас 4 дня до эпидемии, вообще огонь. Ну ладно, что ж делать, что ж поделать. Ладно, вторую скорость рубаем. Итак, что мы, значит, что я сделал? Так, короче, я построил 4 поля, то бишь у нас есть арахис. В предыдущей серии мы получили арахис, да? Я построил еще одну железодобывающую станцию, то бишь эскаватор. Понемножку в этой серии будем как-то думать уже о благополучии наших сограждан, как говорится, да. Будем уже думать, вот у них нет ресурсов, инструментов или ресурсов. Также, во-вторых, надо энергию, надо как-то замутить. Так, я еще воду поставил, 3 водокачки поставил, чтобы насытить. Сейчас у нас 150 воды добывается. Да, у нас довольно-таки большая колония, 176 человек. Так, у нас вот не хватает, опять же, видишь, я поставил 4, опять же, поспешил, поставил 4 этих. Ну ладно, у нас энергии, у нас хватает полностью обеспечить, чтобы нас, наши потребности. Так, короче, эта женщина у нас идет. Что ты, куда ты шла вообще? Куда ты шла? А, на ванпост сбросить ресы. Хорошо, она сбросила ресы. И тогда ты уже возвращаешься домой. Так как у нас у тебя хпшки нету. Так, чувачок у нас собирает здесь ресурсики. Эта женщина собирает тоже, она идет тоже скидывать еду. Да, у нас очень много очков исследования, да. Так что сегодня откроем что-нибудь, посмотрим, что мы можем построить. Даже здесь зайдем, заберем. Удачно не получила по ушам. Так, этот чувачок у нас тоже возвращается домой. Кстати, у нас есть сначала ванпост, а потом домой, да? Где-то, где ванпост у тебя? Где ты находишься? Ты находишься... Где? Ой, как ты далеко находишься. Туда тебе, походу, без разницы, куда выдвигаться. Домой или куда? Да, давай, давай домой уже, да. Возвращаешься. Так, ты у нас что ты сделаешь здесь? Что ты делал здесь? А, ты у нас добывал исследовательские данные. Женщина, это у нас тут собирает все, что у нас осталось, по крайней мере, здесь, чтобы у нас более-менее чистенько все здесь, красивенько. Так, чувачок у нас собирает тоже все ресы, которые без урона, да? И сейчас направим его на ванпост. Что здесь? Тут нет, тут 3... Сколько у него хпшек? 40 хпшек? Кстати, можно было куда-нибудь... Не, на ванпост. Скинем на ванпост, потому что ну нафиг. Рисковать. Этот же тоже, опять же, на ванпост идет. Скинь железо. Отлично. И ты идешь смотреть дальше, да? Что ты дальше можешь разведывать? Да, или, наверное, даже не разведывать, а собирать ресы. Сюда, по крайней мере. Хорошо, ладно. Что еще? Все? Да, все. Так, погнали. Смотрим, что у нас здесь.
Ну, сейчас, по идее, должно быть. Кстати, мы можем заказать, кажется, у нас торговые пути свободные. А, нет, еще не свободные. У нас утили зак... Да. А, у нас же ресы, походу, да? Есть, да, 8. Так что замечательно. Сейчас у нас будет синергия, будет все чики-пуки. Вот я строится здесь, что здесь? 7. Здесь тоже будет сейчас строиться, отлично. И вот опять же, я поставил приоритет здесь высокий, средний. А, не, все низкий. А, ясно, хорошо, ладно, не тогда, тогда не так страшно. У нас будет плюс 60 энергии. Значит, можем врубить обратно уже все. У нас где-то было остановлено казино. И было остановлено, кажется, и все, да. Да, у нас только было казино остановлено. Потому что 30 энергии сжирает. Ну, сейчас они построят один и второй ветряк. У нас будет плюс 34, нормально. Надо еще надо построить парочку экскаваторов. Что по бетону у нас? По бетону, ну, металл надо искать, металл. У нас металл добывается здесь где-то. Да, вот здесь две кучи. Вот, все отлично. Так. С едой у нас более-менее тоже еще более-менее. Мы справляемся с оборотом, да. Ну, сейчас, кстати, вне кадра я получил очень хорошую фишку. Ну, не фишку, а вернее, а продукт. Продуктик. Называется она зерно. И мы посадим зерно. В связи с то, что у нас можем поставить эту пекарню уже сделать, да? Так, что это маленькое поле, да? Надо большое поле. Среднее. Ой. Большое поле. И будем еще, знаете, что делать, друзья? Поставим еще. Так, кстати. Кстати. Надо будет еще поставить фермы. По производству. Мало ли. Так что можем здесь вот так тебя вывернуть, не? Нет, не можно. Ну ладно, черт с ним, поставим сюда, здесь туда. А, у нас тут надо чистить. Да, надо чистить. Ну, сюда мы сейчас пшеницу поставим. Так, тут у нас арахис. Он довольно-таки быстро растет. Все отлично. Так, приоритет высокий, средний. Так, эти готовы. Женщина, ты идешь домой, да? Да, у тебя хп-шек нету. Ты идешь что? А, ты до сих пор еще собираешь. Ага, ты идешь скидывать ресики, да? И возвращаешься... Не, идешь дальше. Что-то лутать. Вот сюда идешь лутать. Ты у нас заберешь еще. Посмотрим, рискнем. Да, нормально. Чувачок, ты идешь домой. Угу. Ты у нас. А ты у нас что? Попытайся, может быть, сколько идет? Не, 9-4 опасно. 56 инструментов. Ну давай тогда иди сюда. Блин, 50. Ой-ой-ой, плохо. Что, наверное, сейчас взорвется. А, нет, не хватило у него ходов. Ладно. Собираем все, что у нас есть. Так, ты у нас идешь на аванпост, да? А ты и шел у нас куда? Куда ты шел? А, кстати, нам надо... Ой, бля. Разведку провести, да? Да нет, давай, ты собирай эти... А, не надо было... Ну ладно, пофиг. Пофиг ветер. Отлично. Так, дальше. Сейчас скоро у нас эпидемия будет. Так, у нас больница работает, все работают, все нормально, да, все отлично, да. 176. Я сейчас, по крайней мере, не буду набирать больше людей. Нам пока что надо с этим разобраться, с количеством. 176 человек, довольно-таки много. Мы вчера потерялись около 60 человек из-за того, что у нас не было еды, и плюс еще вирусы, и, короче, полнейшая жопа была. Ожидать строителя. Почему строителя? Где строители? У нас 23 человека, и что? Ничего не происходит? Как это минус 28? А, солнце же закончилось. Так, значит так, мы отрубаем это казино. Нечего вам сейчас тут по казино шастать. Так, колония, так, уже 23. Так, строительство завершено. Чего? Большой ветряк. А, 30 вообще можем сейчас рубить обратно. Можете тут, пацаны, идти потратить, не знаю, чего. У нас плюс 2 энергии идет, все отлично. Сейчас сюда мы поставим большой ветряк. Катастрофа. Один день, 200 дерева, так, этого так, ясно. Нам надо сейчас... Ладно, пока они там строятся, давай. Своих людей отправим отдыхать. Так, ты у нас что здесь делал? Ладно, открывай тогда территорию дальше. Ты что у нас делала? И шла за ресурсами, хорошо. Ты у нас... Удачно. Ты идешь у нас обратно домой. Ты собираешь ресики.
Блин, удачно, да. 3600. Отлично. Так, что ты у нас здесь, женщина, делаешь? Ты у тебя закончился, да? Смотри, что у тебя здесь. Ага, убийцы какие-то. Так, ты у нас идешь в аванпост, уже все хорошо. И тогда будешь направляться домой. Тебе надо лечиться. А ты у нас... Давай, стоп. Давайте собирать все подряд, что у нас здесь есть, да. Чтобы потом не гулять туда-обратно. Окей, отлично. Торговые пути, чтобы быстрее закончились. Я потом отправляю их за... А, у них даже нету, блин. Ладно, 2 часа приложения потом, окей. Обновиться. Так, с электричеством у нас все, у нас сейчас, надо, у нас нет еще ничего с электричеством, все печально. Что с радостью, что у нас там, лючевая болезнь 0, 108, ну, вот единственное, что не показывает плюс, какой, сколько у нас идет, показывает только минус и плюс, а что, почему, как, зачем, не показывает еще. Ладно, черт с ним. Взрослые колонисты. Так, сюда мы ставим вот, о чем я говорил, видите, у нас есть зерновая культура, обычный урожай средний. Мы будем выращивать, делать хлебушек здесь. Отлично, так. Так, эти дома надо как-то снести, у нас вот эти такие позорные, да? Что у нас здесь? 8. Кстати, мы можем что-то снести, уничтожить. И поставим домик, потому что у нас есть лес, металл, бетон, все у нас есть. Это что, с коммунальное жилье, да? Коммунальное жилье. Будем по чуть-чуть будем продвигать. Так, раз. Так, что ему надо было, кстати, вообще-то? Так, металл 16-20, бетон. Ну, у нас есть ресы, так что давайте еще один. Я хочу этого просто здесь, чтобы этого не было. Коммунальное жилье. Убираем сюда. Отлично. Супер. И пусть не строят это. Так, специалисты готовы к работе. Идем к верхней. Так, Ц, идешь отдыхать. Так, отлично. Ты идешь... Что? А, открываешь территорию еще одну. Так, шестерочка, что ты у нас здесь? Ну, собирай. Удачливая какая-то у нас женщина попала здесь. Ты у нас... Что ты делаешь? Ты уже все собрал, да? Ну, тут 2, блин, опасно, конечно. Ну, ладно, черт с ним. Посмотрим, сколько сможем, соберем. Так, ты у нас что делаешь? А, 30-ку сняли, блин. Ну, ладно. Что ж поделать. Проверяй здесь. Дрова. А, не, сначала этот чувак. А ты идешь домой лечиться. Ты... А ты у нас что делаешь? А, добываешь еще этот, ясно. Отлично. Так, откроем что-нибудь новенькое. Что у нас есть? Стидор, дерево, технология. 3700 очков, можем все открыть. Гастрономию открываем, обучение открываем, производство открываем, открываем все, безопасность открываем, исследование, все. У нас все открыто, и у нас осталось еще 2750 очков. Ну и что мне надо с этого делать сейчас? Жопа полнейшая. Ну да ладно, что ж поделать. Так, готов, караван прибыл. К воротам прибыли разведчик. Нет, друзья, 29 детей, 23 взрослых. Пока игнорировать нет, ну у нас нет такого объема. Детали. Отправляем за деталями. Чувак, ну... А, все, он уже пошел за деталями. А, и зачем еще можем за металлом отошлем? Потом, когда этот вернется, 5 дней он будет ходить там у нас. Так. С едой, да, с едой. У нас что с энергией? У нас 34 плюсом, да? Давайте посмотрим, что можем построить тогда. Что у нас? А, у нас, кстати, строится. Значит, что можем построить? Детали, да? Может быть, мастерскую? Ну, не, надо, много энергии ждет. У нас хватает, сколько на 12 энергии ждет. Ну, лучше посмотрим, что то, что не требует энергии, не требует таких редких ресурсов. Давай посмотрим, что у нас с едой там. У нас столовая, да? Мельница. Производит муку, пекарня 5-10. Производит дрова, столовая. А что столовая делает? Здесь столовая из бобовых почти продуктов можно приготовить больше горячей еды, чем на кухне. Благодаря эволюционным колонистам получают максимальное разнообразие и колонию пищу. Жизнь в колонии становится куда приятнее и комфортней. Ну, блин. Кстати, надо такое забубенить.
Куда мы его засунем? А что он требует? 12 металла, 10 бетона, да? А куда мы кухню поставим? А вот сюда кухню поставим. Столовую, вернее, не кухню. Вот так. Так, там не нужно никаких там специальных этих... Ну, давай посмотрим, как это будет выглядеть. А он тоже энергии требует? Не знаю, это не показывает меня, так что у нас специалисты готовы. Ага, ага, так. Блин, опасно. Короче, здесь сначала дрова собери, а потом уже будем смотреть дальше. Три. Ну, такой-то счастливый, блин, какой-то она... Я надеюсь, какой-то она очень счастливая, удачливая. Так, а ты тоже? Отлично. Ты идешь домой, да, лечиться. Так, что у тебя здесь? 63. Ну, можем. Ой, еще как раз ничего не получили, даже плеща не получили. Доски. Ой, дрова. Ладно, заберем дрова. Так, ты идешь на базу, хилиться. Ты у нас пытаешься выжить, а нормально. Отлично. Все у нас, да? Все отлично, так, хорошо. Так, кухонька строится. Посмотрим, сколько она будет производить еды. И потом сейчас мы что сделаем? Так, у нас дорогу построим сразу вот сюда. Уберем так, вот так, вот так красивенько сделаем. Вот так, отлично, и вот так, отлично. Отличненько. Что еще у нас там новенько добавилось, да? Что здесь у нас? Радар это уже сделали. Это все сделали, энергия. Ну, с энергией она будет как-то более-менее тщательно. Большая батарейка. Кстати, можем построить, что надо? 25, 10, сколько металл? Нет, металла не будет, нет, нет, металла. Ой, нет, стоп, стоп, стоп. Металла нет, так что подождем с этим делом. Что у нас здесь? Двухэтажный дом, это понятно. Склад, ничего новенького добавилось. Так, здесь у нас, да, пища, да. Мельница, пекарня, столовая. Ну вот, что с водой? 54 воды, нормально, нормально. Так, 6. Кстати, дабы быть абсолютно уверен, что у нас будет все хорошо, поставим мы парочку вот таких вещей здесь. Раз. Два. На всякий пожарный. У нас, так, металл есть, все нормально. Хорошо. Столовая построили, отлично. Овощной рацион. Что у нас с рисами? Овощи, дичь. Давайте тогда смешанный рацион будем делать. Отлично. Супер. Ресурсы в пути. 10. Ага, они требуют меньше ресурсов и дают больше приплода. Ну, все нам приплода, хотел сказать. В конечном производстве. Отлично. Так, следующим мы построим пекарню, мельницу, сенсорствующий торговец. Так, хорошо. Нам не надо ни от чего этого. Минус 10, минус 20. Зачем мне предложение минус 100 картошки? Ну, картошку можем взять, но... Или бетон. Что, нет, с бетоном у нас достанет. Да, берем. А, кстати, мы сможем в конце, может быть, торговать это дело? Но наука на наш снят, и ты, главное, что сделаешь, и все, больше не будешь, не будет у меня доступа к ней. Так, я надеюсь, у нас тут будет все хорошо, мы справимся с инфекцией, не будет никаких проблем у нас. Так, хилишься, ты собираешь доски, ты у нас рискуешь опять, и, может быть, повезет тебе? Нет, в этот раз и не повезло. Получила лещей. А ты? Тоже получила лещей. Ты идешь обратно на базу. Еще в следующем уже скоро прибудешь там. Что у тебя здесь? У тебя здесь пусто, да? Ну иди, да, да, открывай территорию. А, нету доски. Ну ладно, иди за дровами. У тебя женщина, что здесь доски, да? Дрова, доски. А, у тебя тут ноль уже, да? Троица. Ну иди за лекарствами. Угу, хорошо, не получили лещей. Это радует. Тогда нужно... Так, что у нас со складами? Склад 67%. Надо будет ускорить склад, строить новый. А что у нас еще с этим? Так, ремонтная мастерская, она работает. Переместить рабочую зону. Могу я увеличить зону? Не могу я увеличить зону. Или могу? Нет, не могу. Ладно, зачем будем... А будем заботиться мы...
Электричество, да? Давай вот так где-то вот так поставим. Пока что. Мало ли там что. Батарейка хотел поставить большую, да? Ну, вроде бы не надо нам пока что. У нас все хорошо. Идем плюсом. Тут кухонька делается, тут все делается. Так, это у нас делается. Все здесь происходит. Здесь арена происходит. Все. Так, сделка завершена. Что мы можем еще заказать себе, а? Посмотрим, что у нас здесь тараканы. Нам не нужны детали. Вот. Идем за деталями. Детали у нас, это у нас камень преткновения. Хорошо. А что тут? Они уже как-то быстро так установились. Все. Угу. Ну давайте, да, гуляйте уже. Да дальше распространяйте. Так. Джорджтаун. Ну иди сюда куда-то. А ты у нас тут собрал уже все. Блин, ну тут опасно будет. Ну пока что провез. Ой, может, мы же открыть могли территорию. Ладно, черт с ним потом. Ну а ты, женщина. Все хорошо. Я хочу, чтобы ты вернулась домой. И ты тоже. Блин, и тоже опять не хватает очков хода. Ты идешь сюда. А, ты собрала все, да? Ну иди, проверь, что здесь у нас. Угу, бандюганы. Ты идешь у нас куда? Вот сюда идешь. Отлично. Ты у нас собираешь еще резки. А, по бошкам получали, да? Да, видите, как обычно. Все, да, все у нас вышли, да, все весь ход использовали. Отлично. Так, с инструментами что-то у нас тут напряжено получается, да? Почему инструменты не производятся? Надо, может быть, еще одну построить. Да, так и сделаем. Так, у нас все построено, да, здесь. Так, все строится. Так, ветряк построился, это строится. Так, значит, нам на что надо еще инструменты построить? Это у нас получается крытый склад. Кстати, подожди, что у нас с крытым складом у нас? Сколько у нас на место в крытом складе осталось? Где наш крытый склад? Это у нас дом, это у нас склад. А где наш крытый склад? Так, где крытый склад? Это что? А крытый склад 0. Он будет строить вот этот надежный склад, да? И так, надежный склад мы построим сейчас, кстати. Давайте. Но опять же, нету места здесь ему, куда забубенить его. А здесь получится? Нет, не получится. Но сюда поставим его пока что. Точно, иначе равнительно не сможет туда построить. А чего не хватает? Блять, металла. Так, отмена. Крытый склад, надежный склад, хранилище отходов. Мастерская инструмента, вот что мне надо построить пацанам. Куда я могу забубенить все сюда? Навряд ли, опять места не хватает. А здесь? Или сюда? Да, давайте сюда вот забубеним. 40 инфицированных, ой, блин. Мне надо еще, может быть, госпиталь построить какой-нибудь. Так, что, так, 184 человека. Так, у нас опять готовы к путешествию наши пацаны. Ты куда направлялась? Направляйся дальше. Ты куда направлялся? Ага, ты ресы добывал, да? Ну, давай рискнем. Ой, блядь, 30 очков сняли. А ты? Ага. Ага. А ты ничего здесь, да? Ладно, тогда иди скинь ресы. И до тебя пошлю уже дальше. Ты домой? Ты домой? Ты дрова? Ты смотришь, что здесь у нас? А ты у нас идешь куда? Сюда. Ага, ясно. А из того, что у нас здесь? Ага, пытаемся тебя по максимуму использовать. Хорошо, ладно. У нас 110-101 аптечка, да? А где антибиотики? У нас должны быть антибиотики еще где-то. Или они уже использовали, да? Замечен медведь. Клонится, кстати, что? Иди, давайте, идите, валите. Оу, 21 мясо. Нормально, неплохо. Да.
Да, с металлом, конечно, у нас напряжно. Может, тут уже закончили, не? Я что-то не понял. А, вот, все нормально. Все, прожили, все нормально. Отлично. Так, что здесь? Все, топ, все нормально. 51... Бля, что за звуки? Ой, извиняюсь, друзья. Секундочку. Здесь, друзья, маленькие палаточки были. Ничего, сейчас пофиксили. Все хорошо, ладно, погнали. Так, что у нас? 38. А что ты мигаешь, блядь? Кто тут еще не использовал очки, что ли, действия? А, женщина это. А, понял, сорян. Так, блядь. Ну иди за ресами, блядь, что ли, опять сюда. У тебя сколько хп? 80? Нормально. Так, 49 инфицированных, блин. Давайте как-то быстрее справляйтесь с этой хуйней. С этой заразой. Так, что с водой у нас? 4700, 141. Нормально. Неплохо. Хорошо работаем. Что здесь? Низкий, средний. Средний. Высокий. Отлично. У нас сейчас все будет отлично. Замечательно. Энергия у нас идет 64 плюсом уже. Сейчас еще будет добавиться. Один. Это будет уже 94 с копейками. Отлично. Что у нас, кстати, с... высадили же, да? Они уже собирают. Они уже собрали уже, что ли, первую партию? Нет. Кстати, значит так. Значит, пока мы тут смотрим, давайте проверим, что у нас... Где у нас сколько пекарня стоит? Пекарня. Как она выглядит вообще? Красава, конечно, красивая. Супер смотрится. И можем ее сюда сбубенить как раз. Смотрите, шикардосина. А чего не хватает? Металл, ну это как обычно. И что можем еще поставить? Мы можем поставить еще мельницу, надо поставить, потому что у нас как-то надо муку молоть. Мельница. Сколько мельница занимает? Хер раз два. А сюда? Отлично. Сюда и засунем ее, не? Или сделаем так, чтобы красиво было. Вот так сделаем. Отлично. А что тебе надо? Ну, запчасти нормально у нас это все есть. Так, сколько у нас заболевших? Инфицировано 36. Блин, давайте как-то лечитесь быстрее, друзья. А чё они не идут и не лечатся, я не понимаю. Один из шести. Ну ладно, здесь 6 из 6. 5 из 6, нормально. Так, хорошо, проверяем у нас вот этих пацанов. Так, ты что у нас где-то? Куда-то направлялась? А, за этим. Ты у нас собираешь еще здесь. Блять, получил по ушам. А, ну нормально, зато пусто будет, больше нет. Так, ты у нас идешь опять тоже за запчастями. Ты у нас идешь куда? Куда ты идешь? Ты идешь домой. Врач лечится. Так, то что здесь у нас? Тут все тихо. Идем сюда. Так, ты идешь, собираешь еще конденсаторы нам. Ты собираешь еще антибиотики, да? И ты тоже. Отлично. Очень удачно. И потом сюда его отправим. Тут 23 штучки остались. А что здесь у нас? Йодовые таблетки. Йодные таблетки, йодовые, блядь. Йодные. Там надо еще высадить еще одно поле по производству, по выращиванию пшеницы. Но надо сначала зачистить эту территорию. Сколько у вас там еще осталось, пацаны? Один. 32. Кстати, можем сюда забивенить одно поле пшеницы. Большое поле. Даже вот так поставим его, вот. Отлично.
Так, 110 одежды, вот инструменты у нас от косячок. А вот для чего это еще надо будет использовать электронику, это еще неизвестно. Кажется, что-то новое добавится, наверное, скорее всего. То надо больше больниц построить, надо будет. Еще одну больницу надо будет построить. Крупный бизнесмен, забытый фур... Так. У вашего рода установился большой фургон, заполненный разнообразным товаром. Мужчина считает, наверное, много вопросов, кричит вам. Слышь, вам вроде что-то поменять нужно было. Ну, дик, ходи сюда, у меня добра навалом, вдруг получить ничего. Так, 57 кукурузы, 40 и 68. Не, однозначно. Что еще у вас есть? 15 куртки, 6 аптечек. Не. Минус 16 инструментов. Не. Это 6 аптечек, нам не нужно ничего. До встречи. Так, что у нас с торговым соглашением? Ага, у нас это все происходит, здесь все нормально. Так, пшеница. Где я там, блядь, строил что-то? Нет, не здесь, здесь, где-то в этом конце. Хорошо. Еще одно поле поставим сразу же заранее. Среднее, большое. Чтобы у нас хлебушек постоянно пекся. Отлично, вот так. Сюда сразу. Раз, два. Дальше пшеница. 23 человека, нормально. Отличненько. Что с детьми у нас? Сколько у нас детей? 51 детей, у нас 3 школы. Что? Инфекция, блин. Да, надо еще один госпиталь построить однозначно, иначе у нас тут будет полнейшая жопа. Так, посмотрим, что может где его забубенить сейчас. Ну, сейчас пусть построить сначала то, что у нас здесь есть. Так, у нас эти готовы уже, да? Хорошо. Иди сюда. Ты иди сюда, вот так. Ой, японский, прям первым разом и сразу бабашке. Так, у тебя здесь собрано, все собрано, да, сколько у тебя хп, 40, да, ну, открой территорию, и тогда будешь возвращаться домой. Ну, нет, ты будешь сначала соберешь одежду, потому что здесь нету опасности для тебя. Женщина, ты у нас идешь сюда. Отлично. Ты идешь домой, да? Да, отлично. Доктор, ты куда идешь? Доктор, ты идешь... За аптеку, вот сюда идешь, вот сюда. Ты у нас собираешь что? Так, ты идешь сюда. Отлично. А ты собираешь еще конденсаторы. А ты у нас собираешь еще таблеточки. И ты тоже... Блять, получил по ушам. И ты тоже получаешь таблеточки. Надеюсь, не получишь по ушам. А тут ничего нет уже. А что ты так далеко отступил? Ага, ясно. Ясно, понял, не дурак. Хорошо. Инфицированных 10, надо еще будет больницу построить. Инструменты делаются. Металла, конечно, нет. У нас инфекция 10, пекарня закончена. Это сейчас тоже застроится уже. Отлично, сюда раз, два, три. И пшеница. Отлично. И что у нас, хлебушек? Хлебушек, пекарня застроена, уже сделана. Где пекарня? А где пекарня? А пекарня, вот пекарня. Мука. Здесь у нас в 2 человечка будет. Закончу строение 3. 3. Так, все хорошо. Смерть, инфекция. Ну да, надо еще одну больницу построить. Так, мы развиваемся. У нас. Так, сюда поставим ее, скорее всего. Так, где у нас больничка? Школа, станция. Вот сюда. Кстати, посмотрим. Да, потому что если не получится, все равно не будет места. Значит, даже построим даже 2. Одну. Сколько надо? 4 конденсатора. Бетон. Да, можем 2 построить. Вот так. И протянем дорогу. Дорогу вот так протянем. Так, у нас здесь неплодородная земля. Сюда мы еще домик засунем. Угу. Так, у нас прибыли инструменты. Так, что у нас? Так, ладно, сначала карту проверим, а потом уже дальше пойдем. Так, женщина, ты у нас... Сколько у тебя хп? Ну, можем еще рискнуть один раз. У меня, потому что 30 снимет, иначе 10 останется. Отлично. Ты идешь за одеждой. Ты у нас рискуешь своим положением. Блин, 20. Ну все, надо будет домой отслать ее. Ты идешь на базу. Инспектор... Смарт, ты идешь, куда ты идешь? Куда я тебя направлял? А, за гайками. Этот сюда. Отлично. Женщина все собирает. У меня очень много всяких ресурсов уже набралась.
Ты у нас, надеюсь, получится тебя забрать, да? Ну, получится все равно, я думаю, что потом не получим по лещам. Это тоже пронеслось нам здесь, хорошо. Так, да, на, отлично. Так, с едой у нас пока что мы еще держимся, и энергии у нас достаточно. Сейчас у нас построят больничку, одну больничку, другую. А что у нас с домами, по идее? У нас жилье 6-6. У нас довольно места много, да? Еще остается. Ну, эти дома мы снимем уже в следующей серии, я, скорее всего, сделаю. То, чтобы эти палатки здесь не валялись у меня. Торговое соглашение доступно, да? Одно. Что мы можем взять? Нам нужно металл. Нам нужен металл, нам нужен металл. Ну, давай детали. Детали тоже хорошая штука. Вроде бы на 43 штучки есть. Но все равно. Этого добра много не бывает. Что здесь тебе не хватает? А, муки не хватает, да? Или что тут? Да, муки нету. Ну, зерна. Пшеницы. Кому как угодно. Так, что у тебя здесь, чувак? А ты все добираешься, да? Что у вас здесь происходит? Высаживается, выращивается. А что, мы ничего не получили, блин? Ну ладно, допустим. А что у нас еще с этого может быть? Подожди, смешанный рацион. Ладно. Какой-то интересный звук был только что. Больничка. 3. Ну и сюда сразу 3, чтобы... Вроде бы нам сейчас столько много не надо, но ничего, пусть будет. Достроим его до конца уже. Сто девяносто человек у нас. Отлично. Отлично. 6-4, все, супер. У нас 6, 12, 18, 4, 30 мест. Отлично. Так, пекарня у нас не может работать, потому что нет муки пока что. Хорошо, ладно, средняя активность. Так, мука здесь нету. Это, ну, ждем, будем ждать. Так, друзья, я думаю, на этом мы... Сегодня мы, кажется, завяжем, да? А в следующей серии уже будем дальше проводить улучшение нашей базы, думать о еде по большему счету, добывание ресурсиков. Так что более-менее справились с кризисом. У нас 191 человек, как видите, да, просто дофигища. Скоро будет 200. Единственное, надо будет уделить внимание больше на производство инструментов. Но это для нам нужен металл. Так что, друзья, большое вам спасибо за ваше внимание. А еще раз, Биг Бэй, огромное тебе спасибо за твои комментарии, за твою, как говорится, конструктивную критику. Я все учел, все взял на вооружение, так что сейчас видишь, у нас более все нормально, гладко происходит, еда производится, мы не падаем довольно-таки быстро, да, наоборот, у нас все происходит. Еще тогда, конечно, на следующей серии мы еще будем развивать нашу добывающую сферу, то бишь будем выращивать, только переместим эту пока что зону сюда, поставим уже, построим и... вот эти темы, как говорится, личиночную ферму и теплицу несколько, да, личиночная ферма очень хорошая вещь, энергии 12 только не следует, ну, будем, короче, будем развиваться и смотрим, посмотрим, что у нас с этого получится. Так что на данной стадии мы, короче, друзья, завершаем. Большое вам спасибо за ваши лайкосики, подписочку, не забудьте нажимать колокольчик. На сегодня мы заканчиваем, друзья. Всего вам доброго, как говорится, и всего наилучшего, друзья. Пока-пока.